«Дети – это дорого» – фраза, которая звучит как оправдание или веская причина в семьях без детей. Родителями становятся мужчины и женщины чаще всего за 30. Объясняют это тем, что для начала нужно встать на ноги. С 1 января при рождении первого ребенка семьям выплачивается новое ежемесячное пособие. Ну, я вообще считаю, что деньгами стимулировать семьи – это не совсем разумно. Но я считаю, что все-таки эта поддержка довольно-таки значимая. Тем более мы надеемся, что все-таки семьи будут молодые, молодеть, не ждать до 30 лет. А все-таки это будут молодые семьи, для которых эти денежные средства будут большим подспорьем. То есть первый ребеночек будет рождаться у молодых семей. В регионе насчитывается 600 семей, которые могут получить выплаты. Около сотни из них подали документы в соцзащиту. Сумма пособия в Ульяновской области составляет около 10 тысяч рублей. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи должен не превышать 15 543 рублей. Семья Наумовых получила пособие одними из первых. И, как признается мама Лилия, этой суммы вполне достаточно для новорожденной дочки. На данный момент, я думаю, да, потому что ребенок маленький, кушает мало, учитывая то, что мы еще на искусственном вскармливании. Но это большой плюс для нашей семьи, потому что смесь в магазинах дорогая. Для получения выплаты необходим простой перечень документов. Сведения о доходах семьи за 12 предыдущих месяцев, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка и заявление. И уже в течение 10 дней заявление будет рассмотрено, а пособие назначено. Если родители обратятся после 6 месяцев с момента рождения ребенка, то выплаты будут назначены с момента обращения. А если заявление будет подано до истечения этого срока, то денежную сумму семья получит за все месяцы с момента рождения ребенка. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.